Вижу насилие. В этом деле главное правильно подкрасться. User joined your channel. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Да, могла бы не спешить. Смотри, мне просто включить-то его. Привет. Да, он просто, ты можешь прочитать, что Аля пишет. А. Ну, ничего страшного. То есть она... Я уже отправила. Сначала она написала мне в TeamSpeak, ой, Ваську, что где-то полдесятого будет. Да, но я уже отправила свою мадам, так что я тут. То есть у вас... Она звонит раз в полгода, ну, так, и начинается вот это ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и несколько часов подряд на уши. А я делаю вид, что я здесь. Ага, да, так интересно, так хорошо, и сижу. Поэтому в любом случае, если бы я даже ушла, наверное, в ТС, никто бы не заметил. Я так и не понял, вроде завтра выходной. Да. Да. А судя по тому, что это в чате, из разъяда я не в курсе, чувак. Сегодня еще тоже был один товарищ, который только во второй половине дня узнал, что завтра выходной. Счастливый, счастливый. Он был готов просто пойти завтра на работу. Ну потому что вот некоторых два через два там или еще какие-то там графики, у них же нет выходных. Ну, да. Такого плана. Так что... Ну, в принципе, знаешь, по мне даже если так лучше. Я сам узнал где-то часа 2-3 назад. Когда тебе позвонили, сказали, завтра не приходи. Нет, наоборот. Мне завтра сказали, приходи. Да, все, завтра, значит, на серваке переставляем ориентировки. Потому что завтра выходной, типа нагрузки не будет. Да.
В общем, Аэлия мне сначала смс-код, ну, по-айски отписала, что, ну, договариваемся, где-то в районе 9 она будет дома. Дела, пойдем. Потом, где-то уже ближе, в районе 5, приходит очередное сообщение. Ой, мне тут сообщили, что у нас сегодня сокращенный день, поэтому раньше 10 не ждите. В общем, я бы вообще не узнала, если бы мне завтра на выставку не надо было. У меня уже на завтра, на первый полдня тоже планы. Дядька, тебя плохо слышно. Дядька музыку слушает. Дядька зажимает контрол. Наверное. Слышишь, да, музыка? Ага. Посмотри, сейчас опять вот проплудила. Завтра появится раньше всех. И будет интересоваться, когда дождь будет. Там создает рангов. Шугайтесь, хлопцы. Я пришел, называется. И Лена Кадаена. Вот так вот смотришь, кругом одни русские. А, это самая Прециоза Хоук, который обнимается с другим Хоуком. Да, они там бегают. Не все спасающиеся. Да, это мы тут про тебя уже. Ужас. А, так у меня получается свободное время. Это я могу. Пуериста помучить. Кого? Есть такая профессия, А, пуерист. ты решился таки на этот жизненный подвиг? Не, мне просто. А, у меня гладиатор еще есть. Ради того, чтобы доставлять. Тоже надо сделать. И еще вариант поспать. Чего это ты Я делаешь? прям даже разрываюсь. Ну, пока ты спишь, враг качает. Молчи и грусть. Некоторые вещи лучше не помнить и не знать. Вообще я барыга. Я продал Тина Лагановские писы, которые, вон говорят, 25 копеек стоят. Я их по сотке каждую продал. 41 мешочек. Я смотрю, тут неадекватные вообще какие-то ребята на аукцион. Не то чтобы неадекватные, они ловят момент. То есть, потому что кто-то до сих пор не переехал и запоздало скупает всякий трэш. Потому что миллион можно только налом перевести. То есть кто-то еще все-таки остался, не переехавший. Видимо, но странно, что купили тиновские. У меня там еще серебро и бронзы валяются. Тоже по нормальным ценам для меня. Я бы был рад, если бы они купили их. Не знаю. Я знаю, я был бы рад.
Круто. Ну, я обычно после первого такого послания замечаю. Ну, на самом деле, такие вот мистелы, они удобные. Иногда случайный прохожий оказывается русским или русскоговорящим, который обычно шифруется. Но если вот мёртв состоит в буржуйской гильдии или безгилдовый, иногда у него возникает интерес. Чтобы пообщаться. Да блин, дайте ему ссылку на 15 минутку от приватного видео. А или видео? Это вот этот вчерашнее? Ну, то, что ночью я выложил. Ну или, да. А, нет, ночью. Нет. Ночью заливал свое, а это она выложила еще тогда. Это просто сейчас я в этот топик всунул. Сегодня днем. То есть это ее первый эксперимент. Там она вот теперь еще с Твича, наверное, ее эти выдрать как свое выдирал. То есть у нее там хлотали. Ну да. Что-то там, может быть, она еще что-то писала. Ну вот выдирать как свое и заливать к себе на YouTube. Только с пометкой, что это нифига не я. Это будут думать, что я еще. Я Эля. Я многолик. Без того он уже. Какой-то человечек уже разобрался, кто я. Теперь он пытается понять, кто я. То есть он меня идентифицировал на форуме нашей гильдии, теперь он пытается понять, кто я. Потому что он нашу гильдию не знает. Ну вот смысл, вот понимаешь, вот разбираться, кто я такой, если ты все равно не знаком с нашей гильдией. И тебе это имя ничего не говорит. Он хочет познакомиться. Не, он там что-то хотел сегодня пообщаться, а я вон с Двином это решал. Гигантской важности вопросы. Хоть решил, нормально все. Ну, судя по тому, что ты видела, наверное, при компани-чате. Реакцию кое-кого, то в принципе да, решил именно с тем результатом, с каким планировал. Ну ты видел лорда в бешенстве. Это по данному вопросу. Еще будет неделю. Злобненькой, злобненькой ходить. Ничего, походит, походит. Успокойся. Третье число. Слушай, забавно. 4 числа заканчивается хэллоуинский эвент. Ну. И 4 числа какой-то у нас праздник. День народного единства. А, так вот откуда Хэллоуин взялся.
Хэллоуин вообще взялся, если верить всяким православнутым да всю голову, то взялся он, потому что буржуине хотели праздновать День всех святых, который в этот же день у православных. А так Хэллоуин вроде так и переводится. Ну, там у них все святые святые в какой-то там земле просиявшие, по-моему, я не помню точно. Не-не-не. Да? Все святые просияющие, это весной православных. Подожди, значит, я что-то уже путаю. Ну, во всяком случае, у католиков эта штука пришла к нам в 90-е годы с любовью ко всему западному. И очень красиво наложилось на 7 ноября, что ли, тогда был советский праздник-то этот. Да, 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 было. Революция. Революция. Вот, революцию праздновать уже никто не хотел, а вот по старинке отметить. Ну, во всяком случае, как бы, если народ адекватный, то они не особо к этому не агрятся, так сказать. У меня просто тут тетки, я курсы веду с этими, с рисованием, вот. И тетки разных возрастов, вот те, которые с советского времени, такие уже бабушки сейчас боевые, они просто визг там подняли по поводу этого бедного Хэллоуина. Так что я поэтому говорю, есть вот нормальные люди, а есть вот совсем, у кого головной мозг отсутствует напрочь, судя по всему. Ну почему в этом... В Крыму запретили праздновать. Да, там еще где-то, по-моему, тоже да. У нас так пошла волна протеста. В Петербурге Милонов там попросил провести какое-то там расследование. А, это няшка-очаровашка-то, это рыжая. А-а-а. Дай бог ему здоровья. В кавычках. Ну вот, ладно. Короче, живет страна своей жизнью. И делает всякую непонятную чушь вместо... Что-то полезного хотя бы. Мне понравилось тут это. Сегодня в новостях прочитал обеденный перерыв как раз. Типа, у нас наконец-то догадались внести в Думу законопроект о запрете рекламы фастфуда. Вот как запрещают рекламировать это алкоголь и сигареты. Точно так же, типа, запретим рекламировать фастфуд, там, содержание, ну, и перечислено, там, какие продукты нельзя рекламировать, там, ну, по каким критериям, точнее. Mm. Там под них, правда, орехи попали, но во всем остальном действительно там всякие гамбургеры, жевательные резинки, вот эта всякая муть, которая вот реально не самая лучшая вещь для человеческого организма. Так эти сразу там три министерства выступили против, там какой-то комитет при Государственной Думе выступил против, еще кто-то, короче, там типа реклама питает бюджетом, там все там СМИ наши и все такое прочее, нельзя ни в коем случае, вы там разрушите экономику, можно сказать, просто все нефть добывать перестанут. И все, и короче, по ходу дела его за это, завернут этот закон. А было бы круто. Ну, было бы весело, во всяком случае. А с другой стороны, я вот как-то даже не замечаю, я телевизор просто не смотрю и рекламу не вижу. Нет, ну это все равно там этот реклама в метро, просто какие-то плакаты, билборды. А в метро там, по-моему, сплошные жральни висят. Ну, Макдональдс точно рекламирует с Бургер Кингом. Бургер Кинг, Макдональдс, KFC я точно видела там. И, кстати, даже наш теремок тоже. Так что много что висит. А, кстати, как там эта замечательная русская сеть во главе с Михалковым Жратвы? Загнулась уже или еще нет? Так он уже ее, по-моему, даже не открыл, только деньги выделили еще. Ну, я его-то хочу, проект, в смысле. А то я что-то совсем про него не вижу. Да что-то молчат пока. Откаты уже прошли, все, можно спокойно сидеть. Да не, по-моему, даже деньги еще не выделили. Там типа непонятно, кто всем этим будет заниматься, там что-то такое. Ну, понятно. Я вот не понимаю, что им не хватало? У нас есть прекрасная, совершенно замечательная теремок, действительно. В котором даже можно что-то съесть. Ну, съесть такое. Можно, но опять же, видимо, деньги-то теремок им не дает, а хочется. А то у Михалкова так мало денег, так мало. Конечно. Страдает. Ну страдает же, ты же видишь, бедненький совсем там.
Даже идеи-то не лезут в голову. Одна фигня. Есть замечательный мультик South Park, который, в принципе, невозможно смотреть много и сразу, потому что. Вот. И там была какая-то серия как раз-таки про русское кино, которая находится там 9 кругов жопы у них было. Вот русское кино находится на последнем. Но там Михалков вел экскурсию. Господи, он удостоился попасть в South Park. Я не знаю, может это, конечно, кто-то. Ну, я на Ютубе видела, поэтому, может, это просто сделали пародию, но тем не менее. Может быть. Мне больше понравился там этот... Нет, South Park я просто не люблю, а по поводу русского кино я, между прочим, не согласен. У нас же как? У нас вот то, что у нас в кинотеатрах показывают под названием русское кино, да, это Да, ну вот ВКшечка. про него и шло, собственно, Вот. вот. А при этом есть очень даже такие более-менее ничего так достойные фильмы, которым стоит посмотреть. И даже нормальные эти режиссеры. То есть, которые в кино не покажут никогда. Ну, как бы не Сталинград, да, не Сталинград. Ой, как, вот несчастье прямо. Ты что, у нас даже какие-то фильмы ужасов есть, мы такие прям, Да ты ну, чего? Знаешь, даже... фильмы ужасов это русское аниме, наверное. Не, неправильно сказал, не фильм ужасов, а ну, триллер своего рода он такой получился. Ну, то есть, такой попытка сделать, по крайней мере, Юленька называется. О, как. Вот. Погугли, посмотри. Ну, знаешь, это переделка То европейского есть чего-то. на ночь можно, да, смотреть, Ну, погуглить? да, там ничего такого особенного. Ну, это триллер больше, чем не ужастик. Да Ужастики... нет, я не про ужастик, я про русское именно, я А, понимаю. ну, как бы, да, тазик не понадобится вроде. Ну тогда хорошо. Не, ну есть этот прогулка учителя, что-то какие-то нереальные люди, клуб самоубийц, еще чего-то. Такие очень даже добрые, хорошие фильмы. Я что-то в последнее время мало что смотрю. Я этих счетов посмотрела, агентов. А сейчас же они выходят раз в неделю. Поэтому смысла долго, короче, ждать еще. Привиденица, тебе все еще нужны яйца Додо кидаться в Опасно неудачников? как-то. Тут нападало инвентарь. Привидение задумалось, да? Да у меня тут, кажется, резко кто-то уже думает. А, смотри, убегает. Убегает. Стоит. Стоит, кажется, он что-то подозревает. Убежал, сволочь. А, что спрашивал? Про яйца, нужны ли они тебе еще? Яйца. Не. Кидаться в неудачных артистов. Завтра будет тяжелый день. Надо сегодня что-то сделать, успеть. А с учетом того, как Аэлия попрощалась, как обычно. В общем, я говорю, завтра она придет и будет строить удивленное лицо, когда же Дэш появится. Из разряда «Мы же договорились». Я так поняла, это не первый и не второй
Раз. Да, поэтому эту слоубаку надо просто перед тем, как она уходит, сразу просто несколько раз пинать подряд. Договариваемся мы или нет? От одного раза ее пинать мало. Слушай, я хвост вижу. Давай, давай, беги за ним. А чё бежать? Он стоит в АФК. Знаешь, есть такой фетиш у некоторых на два хвостика. На голове, в смысле. Да, Это да, вот да, да, да. ты тот Микота? Понятые две. Да, вот у этой Микоты два хвостика на голове. Сзади один, на пятой точке. Три хвостика. Ну, в сумме, хотя, может, где-то еще и... Не, в принципе, я надеюсь, что нет. Лучше, чтобы не было. Да. Когда это будет уже очень страшная Микота. Но пока ты об этом не знаешь. Опасности. Знаешь, есть такой Ты вот кадык проверь. в кадык иногда не показатель. Вот. Наверное. Ну, не знаю. Чё-то как... Не, вроде как... Хрен знает. В общем, в Японии Пусть есть там летит своей жизнью. веселая группа таких косплееров. Там есть такой старичок, который любит Sailor Moon косплеить. Видел, наверное. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. И есть еще такой... Такая брутальная девочка бородатая с двумя косичками. А, да, все поняла, я сразу Вот. не сообразила, пока вот. Знаешь, я подозреваю, что где-то вот такие вот бегают по РЗ. Я подозреваю, что половина Микот таких бегает. Да, я тоже что-то так предполагаю. Я вот вчера говорила про парня знакомого, который все думал идти сюда, не идти. Он сделал себе триалку, триальный акт. Вот, сдал, ну, фанфары, конечно, все дела, Микоту, девочку, вот. Так что, когда я опять увидела хвост уши, я сказала, ну, понятно, ничего нового. Микоты, они везде. Не, ну он может отдельно потратить 3000, и у него будет оригинальный вариант ауры. Ну, до Хвост, этого еще рога. недалеко. И таких всего лишь одна четверть населения сервера. Кстати, почему? Не знаю. Ну вот, закинул, блин, голову в камень. Тоже мне. Моя уметь. Ты это... С чужими огородами-то поаккуратнее. Это фейт идет. А где-то внизу, что ли? Думит гигант тот. Я не хочу. Слушай, у меня тут насущный вопрос. У паладина, кроме вот этого флеша, что еще АУЕ будет? Когда-нибудь, наверное, может быть. Circle of Scorn. Это когда? На каком? На 50-м. Тебе недолго Ну, осталось. как сказать? Пока Аэлия сообразит, что можно Хотя идти в зачем? данж. Я к тому, что мне уже флешем достало просто агрить паки. Шилд лоб у тебя есть уже? Вот. Да, есть, но на Пользуешься? одного человечка. Вроде как. Да.
Ну да, пока я агрю одного человечка, с меня срывают еще двух, которые там летят радостно и весело, присвистывая. Вот, а у меня мародерчик уже на 12 уровне уешь руку дали. Правда, не факт, что еще одна будет потом. Ну, тебе паладина по-любому прокачать до 8-го и взять этот флеш. До Ну, он 8-го? очень спасает, Да, до спасает, правда. 8-го. Подождите, паладина или гладиатор? Гвардар, Гладиатор. гладиатор. А, то есть у меня будет сразу две агнилки. А уешь. Да. Не, ну мой оверпауэр, по-моему, не ставится в этот. Оверпауэр нет, он такой, типа топором бьет. А мне от мародера что можно утащить хорошего и полезного? Эту. Ну, фрэкчер, по-моему, мародерский берется. Блудбас. Да, То есть у блудбас паладина, берется. я уже поняла, что у паладина панелька с сейвами больше, чем панелька с обилками. Ну, на то он и паладин. Только с чем? Ну, эти сохранные всякие бафы. Типа редукт дамага и прочая радость. Слушайте, а мне вот мародерам что-то как-то не хватает, меня периодически убивают. Может, конечно, играть не умею, но... Вон форсайт один единственный есть и все. И то это, по-моему, не мародерский. Не, ну танк, в принципе, надо одевать. Там, да, вот им одежка, она, блин, критична. Я учту. Опять же, от левела зависит. Да, кстати, по поводу левела, я сейчас этот квестик сделаю. Не хотите прогуляться в этом? Первое. Хотя, я же могу теперь... Да ладно. Кого Сейчас я ты увидишь. вижу? Я только вылезу из инста. И в Да я еще принципе квест хочу. буду. Да я еще квест буду делать этот. 15-й. Там же дополнительный какой-нибудь скилл дадут. Банамат. Знаешь, кого я вижу? Хотя я не думаю, что ты с ней общался. Но би-би. Ну и чё, да, они здесь. Безгилдовая, то есть она только и трансфернулась. Или подожди, дай-ка я чекну вообще. Может, новый персонаж? Ну, была Фелина? Лафелина, 20 уровень трон. Так, а как бы... Так, я сейчас юг. О. Так, ну. У меня тут возник Ноби. по ходу инста тупой вопрос. А вот этот товарищ Терра Тотаур, это первый, по-моему, босс. Вот. Где? В Санкин Темпл. Он что Новый вообще персонаж. делает? А, чё? Санкин Темпл, чё? Первый босс. Он что вообще делает? Я что-то понять пока не могу. Там где-то три плитки внизу. Да, то есть там три плитки, народ бегает в ужасе, я стою на плитке. Короче, он делает ауеху, на всех вешается дебаф под названием Doom. Дебаф капает вниз сколько-то секунд. Чтобы его снять, надо встать на зажженную плиточку. Если не встанешь на Что ты зажженную плиточку, он умрешь, докапает и сделает тебе Doom. Ну, что логично, в принципе. Тогда ладно, а то я понять не могу, что он тут такой красивый бегает. В общем, Ноби здесь новый персонаж. Ну, что-то мне подсказывает, что это она. Что подсказывает?
Что-то мне подсказывает, что это она. Чуйка? Мы, скажем так, маленько знакомы по Саргатанасу. Но вообще она из Империума. Меня смущает, что она здесь без гилдовая ходит. То есть либо против того, что. Хотя. Не знаю. Но это меня смущает. Еще я так смотрю, тут, похоже, паки просаживают больше, чем боссы иногда. Там может Дум юзиться. Это первый босс, который... Нет, нет, я вообще имею в виду вот по игре. Не конкретно в этом инсте. Зависит от его пока. Там... Мухи-то в этом, да, инсте? Да. Да-да-да. Я обожаю их на танка скидывать. Я вижу, товарищи тут сидят и друг с другом общаются по данному вопросу. Они, а видимо, не в курсе. А, слушай, сколько новичков получается? Нет, серьезно, они не в курсе. Этот сейчас спросил, чувак, собственно, кто здесь первый раз. Ему сказали все. Нормально, его ждет незабываемая ночка. Там, грубо говоря, почти каждый босс — это отдельная история. Ой, да ладно. Ну да, цветомузыку вспомни. Цветомузыка, а что там дальше-то, я просто не помню. Цветомузыка — это последний босс. Блин. Знаешь, как я вообще в последнее время проходит? Короче, на эту цветомузыку проще забивать, оказывается. Она раз в шесть мыргает и исчезает. Поломали ее, видно. Ну да, нет, нет, проще уворачиваться получается. Ну, во-первых, здесь все-таки с пингом проще, поэтому многие боссы, скорее всего, из-за этого... Ну, наверное, да. То мы тогда вообще веселились на этой цветомузыке. Не, правда, когда эти квадратики появляются, да, да, туда надо бежать. Там уже не поигноришь. Так, показалось, все, Ноби ушла. А, не, вон стоит. Женя ФКшничает. Пойду с ней поздороваюсь, что ли. Все-таки. У них, знаете, в чем проблема? Камушки надо ставить же на плитки, чтобы, ну, умирали мобы на плитке. Отойду. Ага. Вот, и, короче, народ тут просто в шоке, потому что я пытаюсь его привести на плитку, а ребята его переагривают, и он дохнет, соответственно, мимо. На четвертых камушках они поняли. И что же они поняли? Ну что, на плитку надо дать танку поставить этот камень дурацкий. Ужас. А там в конце еще... А ты в первый раз или уже нет? Конечно, первый. А, ну, тогда не буду спойлерить. Да, смысл как бы спойлерить на самом деле... Это а там понятно. Добрые люди могут сейчас испортить час дополнительной награды, в общем. Ты имеешь в виду вот этих вот ребят, которые со мной? Ага. Там очень хитрые вещи, если это такой данж с загадками. То есть, если их неправильно разгадать, то можно час данжа не открыть. Наша проблема. Меня хилит Игорь. Вот. А фамилия у него Гандусре.
О, кажется, все проблемы в имени. На этом фоне Сильванас Соларис смотрится как-то нормально. Так, пойду проверю. Что у меня с чаем? Что-то я про него забыл совсем. Ты, у тебя есть там список своих кричалок? Нету. Ты просто так их пишешь и не запоминаешь? Конечно, нет. Умничка. Ладно, надо будет заняться. Не надо заниматься своими кричалками. Знаешь, что они совсем полный звездец. Нет, нет, я к тому, что если там ВКонтакте тот же самый, там и прочие там ресурсы, на которых мы все-таки есть еще. А я не знаю, где вы есть. Ну, ВКонтакте точно, пока что. А сейчас я смотрю, что еще. Чтобы просто откуда зачитывать периодически. Такой слоган, так сказать. Ужас. Почему сразу умер?
После того, что сегодня произошло, мне хватает одной озлобленной лорди. Так а чё она недовольна это всё-таки? Ты на гохе не бываешь? А? Ты на гохе не бываешь? Я немного проехался по ушам. Топик, который можно хорошо троллить. Его троллили. Ну а троллили ее, грубо говоря, получается гильдию троллили, потому что... Представитель-то гильдии, по-моему. Она, просто она как официально стартанула топик гилдовый, и там первый пост был неудачный, и пошло-поехало, что... В общем, она не умеет отбрыкиваться от всего этого. Там пошло-поехало, прямо с первой страницы пошло. Слово за слово, то есть потом попросила почистить, модераторы почистили. Ну ты сам понимаешь, что если начало такое, то если тролли ухватились, то все. То есть единственное... Они еще увидели, что тут на них реагируют. Да, то есть, соответственно, я просто ей проехался немножко по одному месту. И описал мои планы. То есть я предварительно уже ей сказал, что я собираюсь в этом случае сделать. Ну, собственно говоря, ожидаемая реакция. Вот. Ну и, собственно говоря, я это сделал. То есть я двинул, сказал, чтобы он все-таки зарегистрировался на Гохе как лидер. Все-таки. И создал сам топик. И, ну, там официальный текст, скажем так. Вот, то есть, чтобы уже не на что было троллиться, скажем так. То есть, и тот топик попросил, ну, чтобы он попросил его закрыть, так как он официально начал, ну, как лидер подразделения, официальный топик стартовал. Соответственно, тот закрыть. То есть, этим самым много вопросов просто снимается. Что, кто это был, там, потом все, то есть... Не, ну, в принципе, логично, вполне. Логично, но это обидно, то есть, когда ты усилия прилагаешь, ну, вот. То есть, поэтому, с одной стороны, я понимаю, с другой стороны, у меня, скажем так, как у того, кто слишком много времени вложил в эту гильдию, мне не хочется смотреть, во что это могло бы развиться, если бы я это не прекратил. Вот. Так что она еще недельку будет злая. Потом благодарить будет. Ну, про себя не вслух. Так ей осталось мне терпеть-то 2 недели. Ой, да ладно тебе, а вдруг? А вдруг бывают только дети. Такой сюрприз. Поэтому инициатива, это, конечно, хорошо. Инициатива имеет инициатора. А есть еще у нас в далеком прошлом еще была другая присказка. Что инициатива уголовно наказуема. Так что поэтому ко всякой инициативе стараюсь относиться аккуратно. Несколько раз подумать. С другой стороны, когда инициативы вообще нет, это тоже плохо. Это очень плохо. Что будете делать? Так они вот не любят этого моба ставить на нужное место. Нажми Q.
Ctrl-M, поставь большую букву А. Ты думаешь, поможет? Пробуй. Вот послал так послал, а? И на большую букву. Ну а что делать, если реально люди просто не соображают? Это не наше уютненькое страдание фигней. Вот всегда, да? То есть, типа... Ну, вы фигней страдаете, но вы хотя бы соображаете, что делать надо. Мы... Как бы тебе так сказать? Мы просто старые... маразматики. Мы там все наизусть знаем, но мы страдаем фигней. Потому что если мы будем ходить так, как мы заучили... Намеком вроде как на серьезность, но при этом при всем такая... А так, да, можно просто свернуться постоянно, ходить серьезно. Ну, он... Я сегодня, когда смотрел чужие топики гильдии, чтобы подобрать хотя бы, ну... Ну, как подобрать, скажем так, вступительную короткую часть, такую не вызывающую, более нейтральный вариант, нейтральную композицию, знаешь, вот это вот, ну, операция «Ы», да, пригодная для детских учреждений. Там русалки были. Вот. Зашел в топик. Только когда зашел, я понял, куда я попал. Потому что столько пафоса. Может быть, только у одного товарища. Нашей гильдии уже много-много лет. Не-не-не-не-не. Там был пафос. Мы первые. Мы первые ушатали того-то. Мы первые из рук комьюнити ушатали того-то. Прошли то-то. То есть прикол, что не указано с помощью чего. Ну а кто будет показывать свои вот мины? Знаешь, когда официально было заявлено разработчикам, что такого-то босса не пройти... Потому что он забагован, то есть можно пройти его только багом. И на следующий день эта гильдия отписывается, что они прошли этого босса. Я не знаю, кто более эпичен. Ну, во в любых играх такие есть, товарищи. Ноби улетела. Неудачница. Или она с ней вылетела. Еще у меня появилась даже каверзная мысль. Хотя, с другой стороны, зачем мне надо? Я думаю, ей без нас хорошо. Скорее всего, очередной раз просто с кем-то посралась. Пройдет время и войдется в коллектив империонцев. Те, которые слились с СОшниками. Ты смотри, а. Реально воруют мои эти... кричалки. Я сейчас вчитался, тут один англоязычный этот, прикомпания англоязычная, кричит. Я просто так случайно обратил внимание на то, что там написано. Чувствуется, мой текст чувствуется. Рука автора. Чувствуется, что-то я опять очередной раз. Я поэтому тебя и спросила, ты их хотя бы записывай иногда, некоторые. Зачем? Ну, понимаешь, приедается, если орать одно и то же. Набивать оскомину. Ты это уже говорил. Я и без того иногда повторяюсь, а если это еще буду к тому же какой-нибудь блокнотик записывать, то это будет вообще печально.
Это будет из разряда, вон как эти вот Station Orchid бегает, орёт, копипас тупо. Неинтересно совершенно, я вот просто смотрела, пока ты меня не нашел. Вот, такая фигня редкостная. Дальше кто тут еще? Ну это русы просто. Ну, правда, ты чучело искал? Ой, пугало искал, но нашел меня, как-то символично. Ну, блин, на самом деле ты, видно, не понимаешь, что означало пугало. Ну откуда? А сейчас понимаешь? Угу. А так, ну что, привидение? Я же даже не в курсе, что это привидение было. Тык. Ваша светомузыка фигня. Эх, тебя надо на этот транс вернуть. Я верю тебе. Сагатанс. Поехала бы. Под светомузыку я бы на тебя посмотрел. И что, и все том, выжили, что ли? Нет, дело в том, что они их не бьют, их бью я, вот эти штучки. И все выжили? Ну, знаешь, вроде да, пока что. Чуще. Я тебе даже больше скажу, они реально все выживут. Да, все выжили. Блин. Я помню, как там народ вайпался. Я вот, я поняла просто, почему у нас было... здесь вообще проблем нет. У нас просто одновременно пошло две патьки в этот данж. Угу. Наша патька таких вот, ну, ты поняла. Веселых раздолбают. Да. И вторая патька. Там пошел Шоли. Банамат, ты вроде, да, или кто там еще? Первый раз. Вторая четверка пошла. То есть параллельно вот тупо я, по-моему, Бат, что ли. Еще четверка пошла в этот Кварн. И во второй... В общем, потом Шори неделю с нами не разговаривал. Он просто писал в чат эмоцию, посыпает голову пеплом. Мы этот данж прошли, причем мы все комнатки, секретки открыли. А вот там вроде секретки не... Я не знаю, даже прошли ли до конца, но, насколько я помню, секретки не открыли. Ну, мы две открыли каких-то. А так я с ними особо не вникала в подробности. Ну, если у тебя карта полностью разлочена, значит все открыли. Если ачивки нету, значит не все. По-моему, была какая-то ачивка, сейчас посмотрим. Всего там вроде три комнаты открываются. Mm-mm. Одну они не открыли. Ну, ты знаешь, как из разряда пошлого. Секс с любимой женщиной, да, и секс с любыми другими. Это две принципиально разные вещи. Так и у меня. Инст с гильдией. Ну, это пока разные вещи. Мне просто как-то совсем вот не улыбается бегать. Второй раз, как первый раз. Чё, ха-ха. Я говорю, просто не знаю, бегать с этой толпой, которая только пришло, увидела, не знает, что делать, не улыбается. Тем более, я не понимаю немножко английский. В таком быстром, так сказать, с такой скоростью читать не могу, переводить, тем более писать. А у них тут весь чат заспамлен. Ой-ё, тут тупо патька опять ботов и лафелей. Они просто появились у кристалла и исчезли. Как так? Квест-таймен делают, я сегодня так их видел.